Всем привет! И снова с вами я, Елена Кудрявцева. Сегодня я хотела вам показать, как правильно сшивать без корню. Вот у нас есть вот такой вот красивый дизайн Мартина Вебер. И вот сейчас мы его и сошьем. Прежде чем сшивать его, хотела сказать одну очень важную вещь. Это касается всех вариантов без корню. Без корню сшивается по внешнему шву. То есть, после того, как вы вышиваете весь, всю схему, необходимо еще сделать шов бэкапа. Вот он. Здесь плохо видно, он сделан черным, но он здесь есть. Вот по нему, собственно, мы и будем сшивать. Я его сделала через одну клеточку канвы. Можно делать, ну, в зависимости от рисунка, ну, по-разному. Можно и впритык было сделать. Ну, в моем варианте здесь идет золотая нить. Можно дальше делать. Это в зависимости от желания и от самого дизайна. Итак, как же сшивается? Без корню сшиваем мы по внешнему шву, как я уже сказала. Вот так вот. Загибаем края и сшиваем. Что здесь самое главное, это правильно отметить середину. Я ее специально отметила красным ниточком, чтобы было лучше видно. Достаточно отметить, в принципе, с одной стороны. То есть подгибаем и вот так вот сшиваем. Ну и дальше идем вот так вот по кругу. Вот так вот захватываем первые стежки, вот чтобы было лучше видно. Это стежки бэкапа. Вот. И вот именно по ним мы и будем сшивать. Закрепляем ниточку петелькой, ну, как и при вышивке. Сейчас я сделаю несколько стежков и будет понятнее. Вот. Края у нас подогнуты. И теперь мы просто в каждый стежок, абсолютно в каждый, вот так вот продеваем иголочку. И дальше монотонно, не спеша, вот так вот сшиваем. Процесс достаточно долгий, поэтому не вижу смысла заснимать его весь. Вот. Вот так вот доходите до угла. И здесь точно так же подгибаете. И вот так вот оно будет идти дальше. Сейчас я поставлю на паузу. А как дошью, дальше еще раз покажу. Вот здесь вот уже лучше видно. Вот у нас готов первый угол. Края вот у нас подогнуты. И мы просто по нашим швам, по бэкапу просто шьем. Иногда в каждую через шов используется еще и бисер. Продевается еще и бисеринка. До конца работу не дошиваем, набиваем ее синтепоном и после этого только заканчиваем зашивать полностью. Когда закончим, центр также немножко стягивается. Иногда пуговичка бусинкой, здесь у нас уже бусинки есть. Вот так вот ее зашиваем.
оставляем маленькое пространство, маленькую дырочку набиваем синтепоном и зашиваем до конца. Это, в общем-то, и все. Вот так вот до конца зашиваем. Здесь у нас уголок, аккуратненько его заправляем. И каждый стежочек затягиваем. Ниточка немножко запуталась, но ничего страшного, распутали. Осталось буквально парочка стежочков. Канва черная, их очень плохо видно. Все, провожу еще раз в тот же самый стежок. Закрепляю ниточку и еще раз стежочек рядом. Видно здесь не будет, потому что цвет тот же самый. То есть фактически продолжаю тот же самый шов поверху в следующий. Все, теперь перевожу ниточку на изнанку. А с изнанки закрепляете нить. И получается вот такая вот красота. Если модель предусматривает, то в некоторых моделях вот здесь вот еще стягивается. Мы этого делать не будем. При стягивании используются бусинки или пуговицы с двух сторон.
Также очень подробно, пошагово все описано у меня на сайте с фотографиями. Заходите, читайте. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.